Ребята, всем привет! Вы на канале Тима Плей. Сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. Да чё так лагает? Так, и сегодня мы с вами поиграем в режим хардкор. Я тут, смотрите, только что нашел вот такую же шахту. Медь там, уголечек видим уже с вами. Но мы пойдем в нее не сейчас. А сейчас мы с вами должны нарубить дерево. Так, рубим рукой. Дерево рубим рукой. Ребята, лучше в реальной жизни деревья не надо рубить. Только если вы на даче, надо рубить деревья только свои, а не чужие, потому что вас могут наругать, если вы чужие будете рубить. Так. Добываем. Почти. Ну все, думаю, нам 8 штучек хватит. Так. Оп. Оп. Так, это сюда. Теперь крафтим кирку. Заходим сюда. Делаем нормальное поле зрения. Так, и спускаемся в нашу шахту. Только аккуратненько спускаемся. Ну тут вот я сделаю спуск. Тихо, тихо, ты не упал сюда. Так, все, добываем камешек. Так, тут можно ногу подвернуть. Так что я тут сделаю вот так вот. Добываем камешек, побольше 19 штучек. Даже побольше, давайте добудем с вами стак. Так. Оп. 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 Оп, оп, и оп. Вот тут сейчас срубим пол шахты. Деревянной киркой стак. Ну, мы будем рубить, пока у нас кирка не сломается. Так, добываем камешек, камешек, добываем камешек, 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 добываем камешек, камешек, ты маленький. Камешек, 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 камешек. Оп. Так, у нас почти кирка деревянная сломалась. И нам как раз, наверное, нас так и хватит этой киркой. Нет, хотя нас так нам не хватит. Так, это мы добудем, тут заменим землю. Ну и нам хватило на 52 камешка. Так, теперь выбираемся наверх, хотя затем наверх, если мы с вами здесь можем скрафтить. Так, делаем побольше палочек. Так, потом делаем каменные инструменты. Так. Оп. Все готово. Теперь мы с вами должны убежать от крипачка. Потому что он нас запалил. Огурец. Первый наш убитый моб за несколько часов. Я готова. Так, теперь побежали с вами, порубим побольше дерева. Вот тут вот срубим одно. Так, потом нам надо 2 синеньких красителя. Сейчас мы побольше с вами цветочков насобираем, чтобы нам потом покрасить
Там флаги, кровати в разные цвета. Короче, всякое такое. Так. Побольше надо цветочков. Цветочки, цветочки, собираем их. Цветочки, цветочки, собираем их. Цветочки, цветочки, собираем вас! Так, добываем дерево, добываем дерево. Быстрее давай. Я хочу дом уже себе. Блин, ребята, я уже забыл, что у нас хардкор. Я думал, у нас выживание. Но нам надо к первому дню уже успеть построить хоть какой-то дом. Ну, мы с вами будем в этой серии бункер строить. Так, а бункер мы давайте будем строить вот в этой шахте. Так, аккуратно, ногу не подвернуть. Так, бункер мы с вами будем вот тут вот строить. Да? Так, что это я тут? Железка не видно, но это плохо. Так, вот тут вот верстак поставим. Потом скрафтим печечки. Побольше. Потом крафтим палки. Готово. Так, потом нам надо добыть уголечек. Добываем побольше, потому что свет нужен. И, ребята, следующая серия у меня будет Дорс. Запоминайте. Так, а вы, пожалуйста, поставьте лайк, если вам нравится Майнкрафт. И может, Дорс выйдет хотя бы и завтра, может, послезавтра, может, он уже вообще вышел. Если вам нравится, как я снимаю Майнкрафт, подписывайтесь на мой канал. А если у вас не нажимается кнопочка подписаться, перейдите на главную страницу канала и там нажмите. Так, ну 25 уголечков нам хватит теперь, крафтим из этих уголечков факела. Так, вот наши факела, сколько мы их, давайте скрафтим целый стак. Так, вот мы получили с вами стак, теперь крафтим лесенку наконец-то и строим наш бункер. Так, вот так вот раскладываем эти лесенки, палочки вернее. Ну все, нам не хватит больше все равно. Ну, 4 осталось, вот тут вот добавим. Все. Готово. Теперь спускаемся вниз на пару километров. Так, теперь ставим тут лесенки. Еще 6 блоков вниз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 даже сделаем. Так, теперь оп, оп. Так, вот это мы заделаем. Все, тут у нас готово. Теперь нам надо хотя бы добыть железо. Железо, блин. Ну ладно. Что поделаешь? Пойдем. За железом. Искать его. Блин, здесь оно где-то вот тут вот нам попадется. Эх, нет, не попалось. Ну, давайте мы тут с вами расставим факела, чтобы тут монстры хотя бы не спаунились. Потому что они могут заспауниться и убить нас. А такого нам не надо, потому что у нас хардкор, не забывайте, ребята. Так, может, тут будет железка? Блин, тут только летучая мышь писклявая. Так. Я слышу лаву. А это плохо. Потому что вниз мы с вами сегодня не пойдем туда. А вот лава течет. Блин,
У нас уже наступает ночь, это очень плохо. Надо хотя бы возле бункера осветить тут все, чтобы в нашей шахте не появлялись никакие монстры. О, все, теперь, наверное, никто не будет появляться. Оп, везде тут все пораставляем. Я боюсь. Вы слышали, там ведьма. Пипец. Валим отсюда, я боюсь. Так, крафтим доски. И крафтим двери. Так, ставим их сюда. Потом тут делаем светло. Сюда ставим. Так, потом, когда мы с вами найдем, ребята, железка, то мы с вами сделаем железные двери. Так. О, уголечек нашли. Сейчас мы его добудем. Потому что нам нужны факела. А факелы это очень важное. Факела, вернее, факелы. Так. Добываем. Может, ребята, мы с вами заснимем этот ролик час. Ну, посмотрим, сколько мы с вами его заснимем. Так, теперь вот это вот все пространство, или как это сказать, закрываем булыжником. Что это? Что это я сказал? Так, ладно, добываем. Не добываем, а копаем. Так. Хоть бы у нас бункер с вами получился. Потому что уже, наверное, где-то там... Ну, сколько-то часов ночи на улице. В Майнкрафте. Такс. Добываем. Понятно. Сломал еще у нас кирка. Опасно. А у нас же монстры тут не спаунятся. Значит, не надо бояться! Так. Это сюда. Верстачок. Теперь делаем побольше дверей. Вот тут вот столько мы дверей сделаем. Потому что я хочу много дверей, чтобы зомби наши никак не прошли. Так, все, теперь мы делаем тут освещение. Потом красим. Вернее, делаем наши красители из всех цветочков, которые мы с вами насобирали. Вот сколько у нас получилось. Так, ладно. И сделаем фиолетовый краситель еще. Так, вот столько сделаем фиолетовых красителей. Все, теперь делаем еще одну кирочку. Потом ставим наши 5 печек.
Вот сюда, вот. Это сюда. Так, потом мы с вами делаем палки, копалки. Вот, вот столько нам хватит. И теперь делаем факела. Все, и сюда добавляем побольше освещения, чтобы у нас было прям светло и тепло. Так, потом нам надо с вами дерево. Так, блин, боюсь, хоть бы меня никто не убил. Крипак. Чупсы, блин. Прицепились. Что вы прицепились? О. Полегче, полегче, полегче. Блин, 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 ски. 2 хп. Офигеть. Ладно, ребят, наверное, мы на этом закончим. Вы были на канале Тима Плей. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы были новые видео. И пишите комментарии. И всем паки-досы.